В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в столице региона прошел совместный проект управления при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений Северо-Восточного федерального университета. Участники обсудили произведение Гоголя «Ревизор» с точки зрения антикоррупционного законодательства Российской Федерации с участием прокуратуры республики. В рамках мероприятия Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря у нас сегодня проводится мероприятие, это театрализованная постановка «Ревизор» Николая Гоголя. Ну и главная задача, конечно, этого мероприятия состоит в том, чтобы сформировать у общества нетерпимость к коррупционным проявлениям любого рода. Перед обсуждением юные зрители посмотрели специальный показ постановки «Ревизор» в исполнении труппы САХА Академического театра. Отмечается, что подобный формат обсуждения насущных проблем востребован и обязательно будет применяться в будущем. Выбранный формат как бы позволяет больше посмотреть со стороны искусства, со стороны культуры на вопросы, связанные с противодействием коррупции. Где-то, конечно, постановка имеется и юмор, и актуальные вопросы. Обсуждение тоже позволяет всем должностным лицам, либо общественности спросить интересующих вопросов, связанные с борьбой с коррупцией, связанные с взяточеством. Поэтому считаю данный формат очень удачный.